Приветствую людей, стремящихся к познанию. С вами Зверько и рубрика ML Факты. Сегодня расскажу о том редко используемом айтеме, как бастион отваги. За 1970 золотых нам предлагают 770 здоровья, хотя по логике щит должен давать защиту, но кто я такой, чтобы судить. Получим плюс 45 регенерации здоровья, что весьма немало, и две пассивки. Первая. Храбрость увеличивает на 10% атаку и защиту ближайших союзников. Вторая. Тяжелая броня. Окружающие миньоны выдерживают больше попаданий от башни. Давайте проверять. У нас в наличии тигрил с шипованной броней, а Алукард с бастионом. Смотрим показатели тигрила. 146 физической атаки, 138 физической брони и 21 сопротивление магии. Подходим. И у нас теперь 160 физической атаки, 151 брони и 23 сопротивления. Исследуем расстояние. Примерно за два корпуса от персонажа начинает действовать аура. Но не видно, влияет ли айтем на магическую силу. Теперь экспериментируем на циклопе. 39 магической силы. Подвигает Алукард с бастионом. 42. Значит, бастион усиливает и магическую силу. Теперь проверим второй пассив, с проверкой которого я немало намаялся. Крипы стремятся получить урон во что бы то ни стало. Итак, доводим фульную пачку крипов до башни и считаем, сколько выдержит попаданий башни. Ближний – 6 попаданий, стрелок – 5, дальнего боя – 12. Кому эта информация важна? Пушерам, но о них в другом видео. Итак, с бастионом получилось проверить с разными пачками крипов. Ближник 7 попаданий. Стрелок 6, дальнего боя 13. Итого получили по одному выстрелу на каждого крипа. И осталось оценить расстояние. Примерно начинает работать в три корпуса. В итоге, первая пассивка – серьезная тема. Повысить вот с ничего 4 показателя на 10% для союзников. Если возвести это в абсолют сферического коня в вакууме, то 10% на 4 показателя – это 40% выгоды. Да еще 4 союзникам в условиях плотного замеса – это 160%. Но на самом деле для магов он ощутимо поднимет маг-атаку, танкам защиту, атакерам атаку. Но сам факт общей полезности очень высок, если вы находитесь в плотном тимфайте. Вторая часть пассивки не очень существенна, но будет плюсом пушером. Я считаю довольно-таки полезный айтем за такую цену. Ну что же, ребята, на этом все. Чтобы узнавать эксперименты первыми, подписывайтесь на канал и жмите в колокольчик, лайки и прочее. Всем пока!